Дубай. Трудно представить, что еще каких-то 50 лет назад это была неисследованная пустыня с небольшим прибрежным поселением, жители которого занимались ловлей рыбы, добычей жемчуга и морской торговлей. Сегодня Дубай стал символом человеческого прогресса и, несмотря на отсутствие каких-либо благоприятных условий, ушел вперед, оставив далеко за собой столицы и мегаполисы мощных мировых государств. Во всем мире, не считая Шанхая, они строят больше, чем в Дубае. Нигде в мире роскошь не возведена в такой абсолют. Местная поговорка гласит: хотели как лучше, а получилось еще лучше. История Дубая коротка и делится на два основных периода – до открытия месторождения нефти и после его открытия. Первые поселения бедуинов на территории Дубая столкнулись с большими трудностями при адаптации к географическому положению. Дневная температура превышала 40 градусов, поселенцы испытывали постоянный недостаток пресной воды и еды. Несмотря на это, они продолжали кочевать, разводя коз и верблюдов, а также выращивая финики. Вместе с тем, благоприятное береговое размещение сделало эту местность неопасной гаванью для торговли морской промышленностью. Всем этим, вдобавок к введениям налоговых льгот, правители Объединенных Арабских Эмиратов первыми привлекли к себе внимание португальцев и англичан, что послужило началом образования нового многокультурного города и величайшего торгового центра в Персидском заливе. Стремительный рост и развитие в Дубае. Своей эволюцией Дубай обязан в первую очередь шейху Рашиду ибн Саиду аль-Мактуму, отцу ныне правящего шейха, который заложил основу для экономических преобразований. Совершенствуя инфраструктуру порта, развивая и увеличивая гавань, Дубай обрел статус одной из лидирующих пристаней на Ближнем Востоке. В период управления было основано начало свободной торговли, что еще больше укрепило статус порта как основного по транспортировке грузов в Персидском заливе. Но с открытием нефтяных месторождений в середине 60-х годов все эти проекты получили мощную финансовую поддержку. Дубай владеет всего 5% всех залежей нефти в Объединенных Арабских Эмиратах. Разобравшись в том, что запасы нефти Эмирата очень ограничены, советники шейха по вопросам экономики спланировали идеальный план развития капиталовложений в Дубай и использования финансовых капиталовложений от добычи черного золота и превращения его в буквальном смысле слова в золото. В наше время экономика Дубая зависит от прибыли нефти всего лишь на 1-2%. Стремительным ростом и развитием обязаны в первую очередь свободной торговле и беспошлинным экономическим зонам. Вместе с прогрессивным развитием торгового и транспортного центра, Дубай стал обворожительным международным финансовым центром. Этим он вызывает интерес и соблазняет вкладчиков со всех уголков мира, великим предпочтением вероятных капиталовложений и отсутствием налога на доходы.
Достопримечательности Дубай. Благодаря открытости заграничным инвестициям были созданы такие выдающиеся и известные во всем мире проекты, как Медиа-Сити, центр для международных публицистов, дикторов, профессионалов радио и телевидения. Интернет-Сити – новая силиконовая долина Ближнего Востока. В недалекой перспективе планируется создание силиконового оазиса вокруг залива Аль-Хор. Дубай станет технопарком для дизайнерских предприятий и фирм-изготовителей микроэлектроники. Триумф Дубай банален – 100% право собственности для иностранцев, отсутствие налогов и отработанный бюрократический аппарат. Ну, прям все как у нас. Инфраструктура для туризма и искусственно созданные объекты ландшафта удивляют. Менее чем за 10 лет на побережье Персидского залива были искусственно намыты три архипелага островов в виде пальмовых деревьев, удивляющих на несколько километров в открытый залив, сверхсовременными многоэтажными гостиничными и жилыми комплексами, с развитой дорожной инфраструктурой и даже линиями нового монорельсного метро. «Где вы такое еще видали?» – спрашивается. Отдельно хочется подчеркнуть архипелаг The World – Дубай. В переводе архипелаг – мир, намытый посреди Персидского залива на расстоянии 4 км от береговой линии в виде точного макета карты мира. А что можно сказать о Skip Dubai? Это парк развлечений и первый горнолыжный курорт посреди пустыни. Самый натуральный горнолыжный комплекс с реальным снегом, реальными лыжами, горками, подъемниками, коньками и обезумевшими от радости детьми, которые в полураздетом виде в шапках и шортиках или в шарфиках поверх майки развлекаются на санках. Смотря с окна на искусственный горнолыжный комплекс, собравшись, стоят в летней одежде местные жители и туристы в надежде попасть туда. В середине громадных торговых центров, или как их еще называют молами, придуманы всяческие развлечения. Торговые центры Дубая стали чем-то значительно большим, чем просто местом для совершения покупок. Это место встречи и проведения досуга. Когда значительную часть года температура превышает 40 градусов, обычным желанием каждого человека будет спрятаться от этого пекла. Вот почему все время в Дубае создаются новые торговые центры, которые впечатляют всех своими размерами и изощренностью придуманных в нем аттракционов. Например, аквариумы на десятки тысяч тонн воды с акулами и другими морскими обитателями. Каждый может воспользоваться возможностью погрузиться в этот аквариум прямо с аквалангом на глазах у всех посетителей и поплавать рядом с акулой. Кинотеатры, катки, городки для детей, рестораны, кафе. В общем, все, что может задержать человека в торговом центре. В общем, время в молах пролетает очень быстро. Выходя по окончанию дня с забитыми сумками подарков и покупок, резко понимаешь, что день пролетел незаметно, а ты успел пройти всего лишь 1/5 того, что там было. Когда выходишь с торгового центра на улицу, снова поражаешься количеством выстроившихся людей и количеством выстроившихся в ряд такси. Такого нет даже в лидирующих аэропортах мира. Дубай Молл, Бурдж Халифа, Армани, Версач Резорт. На сегодняшний момент Дубай Молл является самым большим торговым развлекательным центром в мире. И сравнить его можно с 10 строениями Одесского морского вокзала со всеми его зданиями. Он расположился рядом с новым открывшимся чудом света, самым высоким зданием в мире Бурдж Халифа. Это сооружение в виде формы сталагмита, сужающегося в конце высотой 828 метров и численностью в 162 этажа. С 1 по 37 этажи разместились отели Армани и Версач Резорт. С 45 по 108 этажах роскошные номера и апартаменты. На прочих этажах размещаются офисы. На 123 и 124 этажах смотровые площадки. Туда можно подняться на нескольких из лифтов. Всего их насчитывается около 104, скорость которых составляет 18 метров в секунду.
В действительности Бурдж-Халифа – это город в городе, и только по перечислению того, что в нем находится, можно потратить часы. Фактически вся территория района Джумейра занята шикарными гостиничными комплексами. Несомненно, символом современного Дубая до создания Бурдж-Халифа считался возведенный в 1999 году единственный в своем роде семизвездочный отель Бурдж-Аль-Араб, известный как отель «Парус». Семь звезд, конечно, гипербола, но «Парус» был первым уникальным проектом, привлекшим столь пристальное внимание мировой туристической индустрии к Дубаю. Бурдж-Аль-Араб находится на искусственно намытом острове на протяжении 280 метров от береговой линии с высотой 321 метр. Помещение внутри отеля с шикарными золотыми колоннами ведет его к пику. Интерьер отеля вбирает в себя 8000 квадратных метров 22-каратного социального золота. Величие и роскошь отеля чувствуется в каждой детали. Всего в отеле «Парус» начисляется 202 номера, причем среди них нет обычных. Самый маленький занимает 169 квадратных метров, а самый огромный 780 квадратных метров. И цена данного номера за ночь составляет 28 тысяч долларов. В отеле пару замечательных ресторанов, включая панорамный на последнем этаже с видом на Персидский залив. Если вы мечтаете созерцать сказочное великолепие «Тысячи и одной ночи», то Бурдж-Аль-Араб для этого самое подходящее место. Жизнь в Дубае. Среди обслуживающего персонала вы никогда не встретите представителей местного населения. Уровень жизни коренных дубайцев очень высокий, и учитывая их малую численность и огромное количество новой инфраструктуры, созданной в Дубае, почти все они являются собственниками бизнесов и руководителями высших звеньев. Нужно было бы углубиться в тонкости религии ислама и арабской культуры, чтобы изложить расположение арабов к женщинам, к работе и к жизни вообще. Чтобы постичь степень значимости статуса и родственных отношений в арабском обществе, я ограничусь тем, что скажу, что каждый местный житель, заключая брак с местной жительницей, получает от государства в лице семьи шейха сумму, эквивалентную 20 тысячам долларов, и небольшой дом на несколько спален. Таким образом, государство мотивирует местное население, и без того не сильно жаждущее, вступать в брак с иностранцами, заключать семейные узы с соотечественниками. Каждый мужчина имеет право на 4 жены, но это не значит, что все они могут жить в одном доме. Для каждой из жен муж должен обеспечить отдельный дом и достойную жизнь. В семьях принято иметь много детей. В богатых семьях отцы идентифицируют своих детей по семейному паспорту, когда подходит время давать ребенку образование и выделять средства для поездки за рубеж. Для нас это звучит смешно, но так и есть. Основная часть населения сейчас – это гастарбайтеры из Шри-Ланки, Индии, Африки и бывшего Советского Союза. Все они заняты или в сфере обслуживания туристов, или на стройках. Сервис и вежливость на самом высоком уровне, конкуренция обязывает. Вы почти не видите обслуживающего персонала, но везде чисто, никто не стоит назойливо у вас над головой, но если вам что-то нужно, то всегда кто-то находится рядом, кто с улыбкой поинтересуется, чем он может вам помочь. И так везде, и так все время, и от этого никуда не деться. Ураган позитивных эмоций от двухнедельного пребывания в Дубае вынудил меня немного совершенствовать и идеализировать это место. Но все одно, этот город заслуживает внимания и восхищения, и на его примере мы получаем редкий шанс увидеть воочию, как творится история.